Всем привет, рад вас видеть на канале Device. В этом видео я расскажу обо всех важных новостях компьютерного мира, которые относятся к марту 2023 года. Уже объявленных официальных анонсах, стартах продаж и утечках про новые процессоры, видеокарты и материнские платы. Стоит понимать, что не вся инсайдерская информация может оказаться правдивой, но все равно следить за развитием технологий очень интересно. Если видео вам понравится, то не забудьте в конце поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик. В комментариях пишите, какие новости вас заинтересовали. Устраивайтесь поудобнее, ну а я начинаю. С 20 по 23 марта должна пройти онлайн-конференция компании NVIDIA. Она посвящена графическим технологиям, их развитию, нововведениям и планам, а также стремительно развивающемуся искусственному интеллекту и облачным технологиям. Есть определенная вероятность того, что в процессе будут анонсированы младшие видеокарты 4000 серии RTX 4050, 4060, 4060 Ti и 4070. А также профессиональные графические ускорители Quadro. Пока что компания представила только три флагманских видеокарты, но они ориентированы в первую очередь на энтузиастов, людей, готовых вкладывать по несколько тысяч долларов в свой ПК. Официальной информации о характеристиках и ценах пока нет, нужно ждать полноценного анонса. Но не так давно на сайте Gigabyte появились данные от GeForce RTX 4070. Они достаточно противоречивы, но в итоге могут подтвердиться. Самое интересное, у видеокарты будет сразу же три модификации с разным объемом памяти – 10, 12 и 16 гигабайт. Скорее всего, тип памяти GDDR6, но может использоваться и более быстрая GDDR6X память. Противоречивость этой информации заключается в том, что у старшей модели 4070 Ti объем памяти только 12 гигабайт, а у 4080 – 16 гигабайт. Но с другой стороны, если вспомнить 3000-ю линейку, то там была аналогичная ситуация с RTX 3060, у которой объем памяти такой же, как у RTX 3080 – 12 гигабайт, а у всех промежуточных видеокарт только 8 гигабайт. Детали известны только про RTX 4070 на 10 гигабайт. Она должна получить 5888 кода ядер, 192-разрядную шину и энергопотребление 200 Вт. Интересуетесь миром компьютерных технологий? В таком случае подписывайтесь на телеграм-канал Девайса. Там выходят обзоры, топы, сравнения и актуальные новости компьютерного железа и периферии. Ссылка в описании под видео. Второй раз за новостной выпуск упоминается компания Gigabyte. Но на этот раз речь пойдет про ее новую внешнюю видеокарту Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Gaming Box. Внешние видеокарты очень нишевый продукт, они используются в ноутбуках со встроенной в процессор графикой или с недостаточно мощной дискреткой, а также в различных мини-ПК. В стильном корпусе находится сама RTX 4090, жидкостная система охлаждения и блок питания с привычным для ПК разъемом питания. На корпусе имеется три порта: DisplayPort, один HDMI, Ethernet, несколько USB Type-A портов, один USB Type-C и один Thunderbolt. Мощность самого блока питания, частоты видеоядра и ограничения по энергопотреблению, к сожалению, пока неизвестны. Цена пока что тоже остается загадкой. Конец февраля, начало марта – время старта продаж ноутбуков с новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4000 серии. Уже известны их полные технические характеристики, но тестов производительности пока еще не было. И вот постепенно из разных источников начинает появляться информация, на которую можно опираться. Начну с RTX 4060, которая имеет 8 гигабайт видеопамяти GDDR6 и 3072 CUDA ядра. В двух популярных бенчмарках эта карточка обходит мобильную RTX 3060 в среднем на 25-30%, а это очень неплохой прирост. Более того, с максимальным теплопакетом она обходит даже десктопную RTX 3060. Скорее всего, ее производительности хватит для всех современных игр в Full HD на максимальных настройках с трассировкой лучей и без DLSS, если верить синтетике. А вот мобильная RTX 4070 с таким же объемом видеопамяти и 4608 CUDA ядрами впечатляет не так сильно. Если верить результатам предварительных тестов, она обходит RTX 3070 для ноутбуков в среднем на 11-15%, что не так значительно.
Не так давно компания AMD представила свои игровые процессоры Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D. Они имеют такое же количество ядер, что и модели без индекса X3D 12 и 16, а энергопотребление и базовые частоты снижены. Инженеры из AMD пошли на такие компромиссы, чтобы увеличить объем L3 кэша, который сильно влияет на производительность в играх. Особенно это относится к сетевым проектам по типу CSGO, которые требовательны к процессору и подсистеме памяти. По предварительной информации, продажа новеньких процессоров от AMD назначена на начало или середину марта. Но это относится только к двум старшим моделям Ryzen 9. В то же время 8-ядерный Ryzen 7 с 3D кэшем появится в продаже примерно через 2 недели после них. Постепенно линейка материнских плат для сокета AM5 пополняется новыми моделями. Компания MSI должна представить свою материнку MEG-X670E Tomahawk Wi-Fi с флагманским чипсетом X670E, который поддерживает интерфейс PCI-Express 5-го поколения. Она получит 17-фазный VRM со схемой 14+2+1 и массивными радиаторами. Форм-фактор – полноформатный ATX с 4 слотами под оперативную память стандарта DDR5. Один разъем PCI-Express X16 будет работать в режиме PCI-Express 5.0. Еще 2 разъема X16 в режиме 4.0. Также есть один разъем PCI-Express 3.0 X1 для карт расширения. Слотов M2 для установки накопителей 4 штуки, но только один из них будет работать на скоростях PCI-Express 5.0. Разъемов SATA только 4 штуки. По предварительной информации, рекомендованная стоимость материнской платы – $339. Это достаточно бюджетно для чипсета X670E. При этом MSI MEG-X670E Tomahawk Wi-Fi должна справиться даже с 16-ядерным Ryzen 9 7950X, но без пикового разгона. Из других интересных моментов используется беспроводной модуль с поддержкой современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также 2,5-гигабитный LAN-разъем. А еще материнская плата поддерживает быструю прошивку BIOS'а с USB-флешки без установки процессора. На этом сегодняшняя новостная подборка о грядущих релизах марта подходит к концу. Если вам было интересно, то ставьте лайк на видеоролик. В комментариях пишите, какая новость вас заинтересовала сильнее всего и почему именно она. Подписывайтесь на канал Девайс и включайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Совсем скоро увидимся в новом видео.